Здравствуйте, друзья! Я рад вас снова приветствовать. У нас небольшие послабления, поэтому мы снова будем выступать перед вами, даже, можно сказать, перед открытой публикой. Так что в воскресенье в 5 часов в Доме культуры в Вору состоится прекрасный такой концерт «Весеннее настроение». Вход, пожалуйста, всем желающим. Горячий чай, наша радушие, и самое главное, очень много артистов, которые выступят со своими небольшими композициями, в том числе и я. Я немножко простыл, поэтому буду косить под Михаила Шуфутинского. Вам будет весело, интересно и вкусно. Поэтому ждем вас. Еще раз повторяю, в воскресенье 3 числа в Вору, в Доме культуры, под руководством ЕСН, целая бригада выступит и порадует вас своим творчеством. До встречи, друзья!